видел S, вот и 10 килограмм. То есть человек его одевает, одевает, он был огромный, видели, наверное, раньше водолазы, ходили в таком снаряжении, в огромном. Его одевают на снаряжение, и как космонавты по Луне начинают ходить. Значит, сейчас мы вам немножко расскажем про это снаряжение. Как у нас происходит взаимодействие еще раз? Смотрите, у нас есть вот такие вот подарочные сертификаты на пробное погружение в бассейне и пробное погружение на озере. То есть вот на этом подводном полигоне, который мы вам показали. Значит, здесь есть какие-то топ-кинцы, у кого есть сканеры этих входов, просто сканируют и посмотреть наши действия. Там больше 1000 видео раз. Значит, про трехболтовое снаряжение вам сейчас Сергей расскажет отдельную лекцию. Ну, вот, значит, что у вас еще, как стоит взаимодействие? Вы можете подойти в конце, все померить, пофотографироваться, кто-то поддерживает шлем, можете залезть туда вовнутрь, посмотреть, там есть связь. Видите, вот такие вот снимают. Здесь есть специальный клапан, который позволяет